вот, давайте прямо с самого начала без рук. Просто сами. Вот сейчас вот без рук. Начните. Сейчас лучше. Сейчас лучше. Еще раз. Еще раз. Аккорд взять. Ну а теперь давайте с руками и с музыкой. Рук много, Антон, рук очень много, вы руками дирижируете. Себя, для вот этого внутреннего, и внутренним оркестром, и для внутреннего оркестра. Mm-hmm. Музыка только внутри, здесь музыки нет. Дайте этот ауфтакт внутри, не руками. Вот не руками вообще. Вот вы дали ауфтакт ко второй доле, к си, да? А к до ауфтакт не надо давать. Попробуйте. Понятно? И вот сразу появляется вот такой вот глубокий, вот эта вот нота глубокая получается, и крещендо получается глубоким за счет того, что вы расслабились. Получается выход к этому аккорду. Нежели вот все руками. Не надо руками изображать.
качестве эксперимента только, да? Попробуйте сейчас сделать, допустим, вот три раза вот этот такт и три разных характера аккорда, чтобы найти нужный. Не так плохо, но просто единственное, что шлепнул, ударил вниз, а нужно вверх аккорд. Да? Ну давайте, вот попробуйте сейчас тот же самый характер, но только так, чтобы взять. Не шлепнуть, а взять. Хорошо, еще два. Вот, понятно? Вот сейчас было 3-4 разных характера. И теперь вам нужно найти тот характер, который нужен вам. Все это делалось при расслабленных руках. И самое главное, что звук нужно дирижировать не вниз, а нужно опять попробовать дирижировать вверх. Звук будет вверху. И смотрите, как только вот получалось вверх, тут же играли вместе. Чуть-чуть вниз шлепнул, все, и аккорд не вместе сыграли. Попробуйте это ощутить. Те же самые глотания.